Реализация проекта «Помним» стала одной из тем еженедельного партийного часа, который прошел в Одинцовском местном отделении партии «Единая Россия». Мониторингу состояния памятников сейчас уделяется особое внимание. В Подмосковье составят реестр памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Поиск заброшенных и неухоженных могил участников войны, определение объектов реставрации и старт восстановительных работ. С помощью общественности все объекты приведут в порядок к 9 мая.